Всем огромный привет, ребята! Сегодня на моем канале я покажу вам мою коллекцию платьев. Начать хочу с вот такого вот синего платья. Это фирма Top Secret. И мне здесь очень нравятся вот эти вот вырезы на шнице. Модель трапециевидная, неприталенная. Обычным принтом Микки Мауса. Платье широкое, здесь имеются карманчики. Ну и спина голая, но так как у меня сейчас там белье, поэтому я не буду сильно акцентировать на это внимание. А это черное платье с очень интересным принтом. Здесь изображены всякие церковные, религиозные картинки, ангелы. Одно из моих самых любимых летних платьев сарафанчика. Принт ананасы и на таком вот рябом фоне это просто вот мечта. Ткань ситцевая, купленная в секонд-хенде, и оно такое струящееся, летящее. И мне кажется, под любую фигуру будет смотреться идеально. Бренда Эд Харди. Стоило оно в секонд-хенде 25 гривен, я долго не носила, но сейчас оно стало крайне актуально благодаря вот этих вот рукавов, такие вот расклешенные классные, и к низу, что мне нравится, от линии декольте идет тоже расклешенность. Разноцветный трикотажный сарафан в таком вот разнобойном, буйственном окрасе. Очень такой коротенький, конечно, не на каждую фигуру подойдет, но пока еще позволяет моя носить. Спинка. Этот наряд сочетает в себе сразу два платья. Одно было куплено в магазине Бершка, это верхняя вот такая вот накидка в металлическом стиле. И под низом сарафанчик, купленный в секонд-хенде за 25 гривен. Это вельветовый в бежевом цвете. Мне нравится вот так вот, как смотрится это вместе. Такое вот желтое, в бабочку, в цветочек. Очень приятная ткань хлопковая. Длина, в принципе, хорошая, чуть выше колена, но в то же время не сильно и удлиненная. Рукава мне нравится, что здесь вот такая вот хорошая ширина проймы. Платье
кстати, была куплена в секонд-хенде в прошлом году летом. Конечно, сейчас уже немножко не актуальны такие вот неоновые яркие цвета, но она имела такую символическую историю. Мы смотрели с мамой видеоблог Жени Гейн, и она была в этом точно в таком же платье. Поэтому, когда мы увидели его в секонд-хенде, мы решили себе такое купить. Мне кажется, для моря, для прогулки по променаду это классно. Топ Секрет, ему уже, наверное, года 4. Здесь идет катон с небольшим процентом эластана. И классная такая вот немножко как баллон модель. Сзади молния. С таким вот необычным принтом. Единственный его минус — это материал полиэстер. Хотелось бы, конечно, чтобы это был шелк. Красивые молнии по бокам с одного и с другого края. Здесь на пуговичках застегивается воротник. Это платье я одно время любила до слез, можно сказать. Носила его постоянно. Мятного цвета с очень красивым принтом, куплено в секонд-хенде за 25 гривен. Шикарно сочетается вместе с кожаными, деталями. Кожаная куртка, портупея, либо ремешок. И образ получается очень такой вот богатый. Color Block, купленная в Хумане, очень красивый вот здесь вот верх перекрестный такой вот, и иногда кажется, как будто бы это просто блузка и юбочка. Трикотажное платье фирмы Бершка. Очень красивое сочетание вот таких вот цветов. А это вискозное платье туника с магазина Оджи. Безумно приятное к телу, единственный минус — очень сильно мнется. Буквально один раз надеть, присесть, и оно будет уже помятое. Классное сочетание белого с голубым. И еще мне очень нравится, что здесь вот такой вот вырез. Одновременно и высокий, но в то же время не провокационный. Шикарного цвета платье в горошек, вискозное, такое вот оно воздушное, превоздушное. Когда
надеваю это платье, мне не хватает только единорога. Кажется, что оно было шито для маленькой принцессы. Очень красивый цвет. И мы немножко проявили креативность, добавили здесь вот такие вот нашивочки. И от этого это стало, мне кажется, еще более такое вот волшебное. Базовое, я его считаю. Классно его сочетать с портупеей. Очень красиво смотрится здесь украшение и декор.